Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим простой, легкий, вкусный салат с редисом и соленой красной рыбой. Для его приготовления нам понадобится немного листового салата, редис, небольшой кусочек соленой красной рыбы, отваренные вкрутую яйца, сметана, соль, черный молотый перец, ароматное нерафинированное подсолнечное масло и любая зелень на ваше усмотрение. Я добавлю в салат немного черемши, немного зеленого лука и немного укропа. Салат готовится очень легко и очень быстро. Начнем с того, что порвем салатные листья. Редис и соленую красную рыбу нарезаем тонкими пластинками. Мелко нарезаем яйца и зелень. Салат солим и перчим по вкусу. Добавляем немножечко ароматного нерафинированного подсолнечного масла. Заправляем салат сметаной. Хорошенечко все перемешиваем. Салат готов. Перекладываем его в салатник и можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится такой легкий простой салатик. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!